Крыму расследуют обстоятельства крушения частного самолета под Коктебелем. Легкомоторная «Сесна» упала практически сразу после того, как поднялась в воздух, резко потеряв высоту. Погибли 4 человека – пилот и 3 пассажиров. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, полет не был согласован со специальными службами. Куда направлялся летательный аппарат, а также личности тех, кто был на борту, выясняют правоохранительные органы. «Сесна» не предназначена для длительных рейсов. В Крыму их используют для туристических прогулок.